Так прошел этот матч. Очень интересная серия и очень интересный заключительный матч в городе Темиртау. Прошел буквально несколько секунд назад. Богат он был на заброшенные шайбы. Их было целых 9 в этом периоде. И не только в этом периоде, а вообще в матче. И, естественно, так вот неоднозначно для той и другой команды. Все началось в первом периоде на 6-й минуте. Аркадий Шестаков стал автором первой заброшенной шайбы в ворота Темиртау. Дальше счет 0-2. Королев забрасывает во второй раз, огорчает Демида Еремеева. Следующая шайба была заброшена на 35-й минуте. Там уже сократили разрыв в счете темиртауские хоккеисты. Отличился Евгений Каролинский. Спустя 3, там почти 3 минуты была заброшена вторая шайба. И счет уравнен 2-2. Выровнены были шансы на победу. Эта шайба была записана на 53-го номера команды Темиртау Антона Кошелева. Дальше у нас под занавес второй 20-минутки. На 40-й минуте счет вновь был повернут в сторону столичной команды. 2-3. Аркадий Шестаков выполнил дубль в этом матче. И, в принципе, неприятность такая для темиртауцев — получить шайбу, что называется, в раздевалку. Но это случилось. После 40 минут счет 2-3 не в пользу хозяев площадки. Следующую шайбу нам пришлось ждать, ну, не так долго, 5 минут, 5 с небольшим, практически 6 минут. И вновь она была со стороны столичной команды. И тут уже отличился 74-й номер команды «Номад» Валерий Орехов. И вот сейчас мы видим как раз таки шайбу, которая была заброшена темиртауцами. Очередной раз огорчили Владимира Крамаря. Ну, так оно и бывает. Но остановились мы с вами на счете 2-4. Дальше вот все самое интересное и началось. Что там творилось и что сказал Роман Козлов своим подопечным, мы пока не знаем. Но думаю, что, наверное, в послематчевом интервью он об этом обязательно все скажет. Да, сегодня интересная игра. И следующая шайба была заброшена на 57-й минуте. Забросили ее темиртауские хоккеисты, реализовав наконец-таки численное большинство. Здесь уже отличился вот такое ощущение, что вся команда практически бросала, и очень много заброшенных шайб. Но вот здесь вот свое слово сказал один из лидеров по статистике среди бомбардиров, 40-й номер Владислав Кулиев. Как раз таки одна из заброшенных шайб в ворота столичной команды. Сейчас мы и имеем возможность ее видеть. Хороший момент, и выходит победителем из этого момента команда из города Темиртау. Но тут уже заброшена была она к овертайму. Здесь 92-й номер Никита Колесников сравнял счет и перевел игру в овертайме. Ну а в овертайме уже Алексей Зубов поставил точку. Посмотрите, как здорово все сделано. Бросок и шайба в воротах. Тут, конечно, огорчение Демида Еремеева, но ничего не поделаешь. Сильнее в этой серии были хоккеисты из города Нур-Султан, которые проходят в полуфинал. Счет в матче 5-4. «Намад» побеждает в овертайме. И в серии у нас 0-4 не в пользу темиртауской команды. Ну и давайте посмотрим на статистические данные по ходу матча. У нас 48-24, в два раза перебросали, но бросать мало, нужно еще и забрасывать. На вбрасывании увереннее столичные хоккеисты. Одна шайба заброшена Темиртау в большинстве, в меньшинстве забросили столичные хоккеисты. И 6-14 по штрафному времени. Ну что ж, это была очень интересная серия. Ждем вас в других матчах. Уже встретимся в полуфинале и смотрим, наблюдаем за продолжением четвертьфинала в других матчах.